Александр Николаевич Лебедев, мастер производственного обучения в Ярославском профессионально-техническом училище, которое готовит строителей. Должность эта в профтехучилище значится как инженерно-педагогический состав. Инженер, педагог, воспитатель. У Александра Николаевича группа учащихся, которых он ведет 2 года. Обучает профессии, которой сам бывший строитель владеет в совершенстве. Мы узнали одну интересную деталь. Когда идет прием в училище, многие просят их записать именно в группу Лебедева. У него в группе облицовщики-мозаичники. И воспитательная работа тоже за ним. В соревновании между группами в училище его воспитанники постоянно впереди. И по учебе, и по дисциплине, и по общественным делам. Награда за победу в соревновании – туристические путевки, по которым вместе со своими ребятами ездил в Москву, Ленинград, по Золотому Русскому кольцу. Александр Николаевич – член партийного бюро в училище. И здесь за ним закреплена воспитательная работа. Непременно участвует в заседании совета общежития. Приглашают его ребята к себе и просто поговорить о жизни, обсудить новые книги или новый фильм. Александр Николаевич, какими бы вы хотели видеть своих учеников? Я хотел бы видеть своих учеников, во-первых, чтобы они были у меня хорошо подготовленные. Во-первых, выполняли свои работы качественно, эффективно, значит, так, чтобы они друг друга уважали. Главное, чтобы они повышали квалификацию, учились дальше. Самое главное в строительстве, это значит, чтобы человек понимал, как строить, чтобы было красиво, хорошо, уютно было. Города, фабрики, заводы, чтобы каждый человек пришел, посмотрел на выполненную работу, чтобы благодарил учащихся будущих строителей. Важно, чтобы наши воспитанники стали настоящими рабочими и хорошими людьми.